Как правило, за пасхальным столом должны быть пасхи, куличи, яйца. Это то, что является атрибутами нашего пасхального стола. Яйцо – это, пожалуй, самое простое. Это принято считать, что императору Тиберию Мария Магдалина принесла яйцо, поздравила его с воскресением Христовым. Он сказал, что раньше поверит в то, что яйцо покраснеет, чем в то, что мертвые могут воскресать. Ну, поверье, традиция говорит о том, что яйцо покраснело. Ну, это с яйцом проще всего. Что касается пасок, они изготавливаются у нас из творога. Творог – это такой материал, достаточно мягкий, удобный для формирования, чтобы сделать из него форму. И сама форма Пасхи православной, она напоминает нам о гробе Господнем, о том месте, куда был положен тело Спасителя, и о том гробе, где Господь воскрес.